7 апреля на Благовещении 70 лет назад появился на свет наш Евгений Викторович. Пройден большой и славный путь от Женечки до Евгения Викторовича. Всего, что было, не сказать и в книге. Мы, твои сотрудники, видели лишь часть, но это были героические будни. Непростая работа в отделении экстренной хирургии испытывает характер у людей, скрытое становится явным, дела человека свидетельствуют о нем без слов. Нам часто не хватает вас, поэтому день сегодняшний был искренне радостен для всех собравшихся. Мы будем жить памятью прожитого, памятью этого дня. Вчерашнее соединило нас в завтрашнем. И дай Бог еще не раз нам встретиться вместе. Сколько вы отдавали нам и ограничивали себя во многом. Вот сейчас я это все понимаю. Спасибо, папа. Своих брали, вы за них будете всю жизнь отвечать. Вот это удивительный момент. А люди прощелыки сейчас, они все сдают. Очень быстро и ярко, понимаете? А у вас этого не было, понимаете? И все последующее не бывает лучше предыдущего. Поэтому для меня большое, ну, я уже сказал сегодня, счастье, что вы познакомились и встретились. И сегодня тем более. Мои девочки. Викторович, здоровья вам, благополучия, удачи. Чтобы вас всегда окружали. Вот такие прекрасные. О любви. Обязательно. О любви вообще. Я еще скажу. Неземной. Скучаем, любим. Мы при всем при этом, значит, хотим посмотреть. Да. В общем, я очень рада и горжусь нашим почти 30-летним знакомством. Ай, Гёта, как признательна, что вы нашли время посетить нас. Ну все, умножается. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Оркестр играет. Будет радость и будет грусть. Ты окликни, я оглянусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Играет оркестр, все танцуют. Спасибо, заслужил артистка Яна. За наших операционных. Ну за них. Давайте за них. Ура! 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 Жена вода по асфальту рекой. И неясно проходим в этот день. Погоди, почему я веселый тобой? А я играю на гармошке, на гармошке, на гармошке, на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. 70 лет. Кто-нибудь возьмите это, дети, и аккуратно дедушке принесите. Вместе, можно все вместе. Держите все. Идите сюда все, дети, не спешите за дурачку. Дети, идите сюда, Верочка, иди сюда, Верочка. Вера, Верочка маленькая, но я она вот сюда. Все держимся. Ира, хочешь черные икры?